Всем привет! Сегодня собрались в другой район на электричке. Там уже ждут. Вон тоже ждем, когда отъедет электричка. Вот наш вокзал такой. Сейчас приближу чуть-чуть, чтобы видно было. Ведьма. Вот. Собрались в другой район покопать. Надеюсь, будет что показать. Ну все, доехали до пункта назначения. Надеюсь, сейчас нас встретят. И мы наконец-то поедем на коп добираться до деревень ближайших. И посмотрим, что получится. Вот тут такой маленький вокзальчик в районе. На такой электричке мы приехали. Все, буду выходить в машине. Наконец-то добрался до полей. В другом районе нахожусь. На этом поле было две деревни, дорога старая. Деревни были большие. Правда, покопано, видите, и не перепахано, всего лишь скошено. Ну, надеюсь, будут находки. Если что-то будет попадаться, обязательно вам покажу. Ну, все, буду искать. В общем, первая какая-то старая находка, а то все гильзачи, какие-то железки попадаются на этом поле. В большом количестве, к удивлению. Вот поле. И вот нашел вот такую. Не знаю, что это. Чего? Ну, видно, что старинная штуковина. То ли мебель какая-то, то ли еще от чего-то забивался, типа гвоздя, что ли, какого-то. Или что это? В общем, кто знает, подскажите в комментариях, напишите. Буду очень признателен. Вот. Первая находка за сегодня. Ну, что-то пока поле не радует. Как будто выбито напрочь. Кроме железа ничего. Ну, немного гильзачей немецких попалось. В общем, еще одну цель выкопал. Чуть чистанул. Казалось, часть от гармошки. Так, видно. Вот. Это часть от гармошки губной. Вот такие остатки на деревне. Еще ветер мешает. Съемки. Вот такая часть осталась. Ну, накладок никаких не осталось от гармошки. Буду дальше искать. Вот по этому полю. Видите, какое. Правда, ничего хорошего нет. Одни, как говорится, шпырки находок. Ну, наконец-то интересный сигнальчик был, и вроде бы это монета. Вот она, наверное, лежит. Сейчас приближу чуть-чуть. Вот. И сейчас мы ее посмотрим. И надеюсь, это монета, а не что-нибудь другое. Ой, зацепил. Вон видно след лопаты, что ли. Ну ладно, СССР-ка. Вот сегодня первая монета вот такая. Вот след от монеты. Виден. Вот такой след. Остался. Вот сама монетка. Мы видим, что это 5 копеек. Я поцарапал лопаты, видать. Сейчас чистанул и покажу обязательно. В общем, почистил монетку. Вот, это 5 копеек 1928 года. Правда, вот задел лопатой и немножко проедены. Вот, вот такая сзади монета. Ну, для поля еще нормально. Конечно, он и лучше подымают монетки.
У меня вот такая сегодня первая монетка. Буду дальше искать. Очередная находка. Это у нас после СССРки выпала конина. Правда, метру 100-200, наверное, прошел по полю. И вот такая маленькая конинка. Согнутая. Ну, тоже находка. Буду дальше сейчас искать. Солнышко появилось. Очередной сигнальчик. И выпала вот такая часть ложки. Медная, маленькая, да, царская. Ну, буквально вот он там выкапывал конину, а тут уже часть ложки выкопал. Правда, видите, часть, к сожалению. Видать, плугом задели, и где-то валяется другая часть, если не выкопали. А, другой комрад какой-нибудь не нашел. Ну, ладно, буду дальше ходить. Солнышко появилось, а то тучи были. Пасмурно, даже чуть-чуть капнуло. Вот. Сейчас буду ходить тут, кружить. Может, еще чего выпадет. Если видите, одна за одной находка. Ну все, буду искать. Попалась еще одна цель. Уже более интересная. То все. Как говорится, остатки роскоши. Разбитое все. И вот монетка попалась. Царская. Николай, видать. Второй. Пензель виден. Виден, виден. И это 1/2 копейки, если не ошибаюсь. Ну сейчас чистану, увидим точно, что это 1/2 и какой год увидим. А то вообще ничего не видно на ней. Ну ладно, сейчас почищу. Почистил монетку. Так, сейчас, чтобы видно вам было. Блин, сохнет как быстро все. Ветер дует, тепло. Даже немного жарковато. Все сохнет моментально. В общем, это 1/2 копейки. Походу. И 1897 года. Вот. Сзади она получше. Спереди не очень видно. Вот год просматривается, копейки. Вот номинал плохо просматривается. Ну ладно, буду дальше искать. Как говорится, уже царизм, это хорошо. А какие-то перспективы открывает на это место. Еще один сигнальчик. Так, где я его видел? Он вылетел. Тут вот такой предмет. Сейчас посмотрим, что за это. Предмет такой. Так. С этой стороны украшение что-то какое-то было. Медное. С другой стороны. Так. Наверное, какая-нибудь пуговица. Сейчас непонятно, что это. Но медное. Давайте сейчас почищу и покажу. Как говорится, посмотрим, что получится. В общем, как мог, почистил. И видите, обломал. Вот. То ли ушко какое-то было. Медное, тонкое. То ли непонятно. Вот тут оно стояло. Соединяла. Вот. Так как-то. Примерно. В общем, сломал случайно. Зачистил. Ну, не знаю. Похоже, конечно, на пуговицу какую-то. Правда, с эмалью. Вот, типа, медь сзаду проступает. Ну и позолота чуть-чуть видно. То ли украшение, то ли пуговица. Непонятно. Ну, комментируйте, говорите, от чего. Возможно, быть, эта вещь. Гайса. Может, и определим, что это.
Хожу по фундаменту, вот тут вот дома, видать, стояли старые. Ну там и дорога рядом старая идет к проселочной туда дальше. А вон жилая деревня тоже еще одна. Вдалеке сейчас вам покажу. Видно, отсюда не видно. Жилая деревня там. Там где-то. Вон, да, дом стоит. А вот тут вот была, видите, еще одна деревня старая. Вот. Хожу по фундаменту и вытащил монетку. Монеточка СССРская. Вроде сохран ничего. А, нормально сохраняй. 1900. Так. 1900 какой-то там. На год земли сколько? Не отходит. 1936 год. Ну вот, вот такая, можно сказать, еще бодрая СССРка. А то пятерочка была подъеденная, это уже намного лучше. Ничего, буду дальше искать. Надеюсь, еще что-нибудь выкопаю. Обязательно покажу вам. Очередной сигнальчик выпал. И это уже пуговица. Так, это у нас советская пуговица со звездой. Внутри звезды серп и молот. Так, она тут сзади еще. Еще, видать, неплохой сохран будет. Пуговицы, походу. Даже зад какой-то интересный. Ну, в обзоре находок обязательно покажу вам. Не буду сейчас чистить. Дождик начался. Наверное, к серебру. Надеюсь, конечно, что будет серебро сегодня. То пока не густо. Идут, конечно, находки. Но думал, конечно, что будет тут намного лучше. Вот такой дождик идет. Я не знаю, передает камера, не передает. Но вроде и солнышко чуть-чуть даже где-то светит. Ну, дождик идет. Ну, небольшой, но неприятный, можно сказать. Как сказать небольшой? Средненький, так сказать. Чего выходить? Не зря ж приехал на коп, как говорится, чтоб сворачиваться. Буду искать. Походу выпала монетка. Сейчас вам покажу ее. Еще не доставал. Ладно. Давайте достанем. Копейка, походу, СССРовская. Так, да. Копеечка СССР. О, какой прекрасный сохран. 1927 год, что ли? Да. Походу. Походу. 1927 год. Ну да. 1927 год. Какой сохранчик приятный. Монетки. Там какие-то есть. Редкие, если я не ошибаюсь, 1927 года. Ну, вроде копейка не редкая. Там вроде двушка и еще что-то. Очередной сигнальчик, и вон там что-то лежит. То ли пуговица, то ли конина, то ли монета. Сейчас приближу, наверное. Вон. Сейчас буду смотреть вместе с вами, что это. Оказывается, так, что это непонятно. Похоже на пуговицу. Что-то тут
непонятная, конечно, в середине. Вроде не рисунок. Уровень как-то. В общем, странная пуговица какая-то. Давайте, наверное, почищу и покажу эту пуговицу во всей красе, так сказать. Правда, не очень-то и красивые. Ну ладно. Чистанул пуговица. В общем, в середине какая-то вот, по ходу, отушка, вставка сплющенная. Вот чем-то была покрыта. Сзади вот такая надпись. СТД. Не знаю, что такое. Сейчас попробую, наверное, приблизить, чтобы вам эта надпись видна была. СТД. Надпись. Непонятно, что запугивается. Вот. Ну ладно, в общем, кто знает, подскажет. Буду очень признателен. Очередная монета. Сейчас покажу. Это у нас рамочник СССРовский. 15 копеек, походу. Съеденный, что ли, так сильно. В общем, весь зеленый. Ну что ж. Год мы... Попробую, наверное, почистить. Вот год увижу. И вам обязательно покажу, что за монетка. Тут непонятно, то ли 15, а вроде 15 копеек. Ну, сейчас почищу. Почистил монету. Это оказалось 15 копеек. 1948 год. Сзади она вот такая. Ну, еще можно сказать, не убит. Еще что-то. Видно, как говорится. И номинал, и год. Все видно. И все детали. Ладно. Буду искать дальше. Находки потихоньку идут. Я вот все думал, что они тут не пашут, не косят. А тут оказывается вот колодец среди поля остался. И они его не засыпали. Вот тут, правда, поедет на машине, но в эту яму улетит. Будьте осторожны, когда ездите по полям. Отсюда сложно будет вытащить ее. Все, дальше буду продолжать искать. Солнышко светит, погода классная. Ветерочек. Ну, в общем, шик. Не жарко, не холодно. Очередная находочка. Думал сперва монета, но оказалось, это не монета. Вот. Видно вам. Так она лежит. Прикольно. И это оказалось конина. Вот такая конинка. Похоже было на монету. На ребре. Даже корень пророс через нее. Вот так бывает. Думаешь, уже нашел монету. Оказывается, вот. Конина или еще что-нибудь. Бывает часто такое. Обрадуюсь и вот. Ну ладно, тоже находка. Буду еще ходить, пока есть время. Уже вторая за этот сезон. Такая здоровая кирка. О, сейчас покажу. Сравним с лопатой. Вот такая кирка. Земельки. Немцы тут стояли. Вот. Насчет клеем точно не скажу, у меня такой щетки-то нет с собой. Походу выкопал монетку.
Так, ой, какая она съеденная, что ли, так. Вся зеленая. Похоже, формата Николая. Вроде бы. Ну, царская это точно. Какой год и номинал? Ну, год, номинал, наверное, все-таки одна копеечка. А вот год, не знаю, попробую сейчас почистить. Все увижу, обязательно покажу вам. И скажу, какой год. Ладно, почищу. В общем, я почистил монетку. И это оказалось 2 копейки, а не одна, как я сперва подумал. 1880 года. Понятно, СПБ. Правда, изрядно поеденная. Вон зелени сколько еще. Ну, что-то может и очиститься. Но монетка, конечно, не в очень хорошем сохранении. Ладно, буду продолжать искать. Рядом с царской монетой, к удивлению, выпала еще монетка. Но это уже не царизм. Это уже СССР, походу. Вот такой патине. Видно вам. Патина такая приятная вроде. Надеюсь, в хорошем сохранении. Ну, патина частичная какая-то. Это у нас СССР. 2 копейки. 1936 года. Сзади, ну, тоже нормально еще. Вроде не поеденная, грязь всякая на ней, правда. Вот такая душечка выскочила 1936 года. Рядом с царской, к удивлению. Вот так бывает. Наверное, метра два, наверное, от царской. Всегда проверяйте, где находите монеты вокруг. Попалась вот такая пуговица с тремя дырками. Может, немецкая, может, СССРовская, непонятно. От чьих штанов, как говорится. Или там плащ-палатки какой-нибудь. Вот. Алюминиевая такая. Ну ладно, буду дальше искать. Что-то солнышко сегодня разогрело под вечер, даже жарко стало. И, наконец-то, выпала монетка. А то уже минут, наверное, 20 хожу и ничего не попадается. Маленькая монеточка какая-то. На царскую похоже. Одна, вторая какая-нибудь. Вот она. Сейчас, не знаю, посмотрю. Не, так не чистится. Получается, так не очистишь. Ну, попробую тогда щеточкой почистить с водичкой. Вот. И вам покажу, что получилось. В общем, как мог, почистил монетку. Это, походу, одна вторая. Вот герб Николая II. А вот спереди ничего не удалось рассмотреть. Вот какая-то зелень непонятная. Кого-то что-то лежало на ней. В общем, год не виден почему-то. Ну ладно. Тоже находка, так сказать, какао. Походу. Не знаю. Увидим что. С этой стороны не увидим. Если не увидим, то какао, к сожалению. Крышка, походу, мне кажется, с надписями какими-то. Решил вам сразу показать. Не чистил, правда. Может, и зря. Ну, сейчас фабрика написана. Так, фабрика. Диафильм. А, это под пленку, видать, это. От диафильмов ложили пленку. Такие эти алюминиевые контейнеры были. Понятно. Шел уже назад, переодеваться, собираться, и попалась копеечка, походу. Муравьи вон ползают вокруг прям. Видно?
И копеечка лежит. СССРовская среди муравьиной гнезда получается. Возьмем аккуратненько. Извлекем, как говорится, монетку. Сильно не будем тревожить муравьев. Так. Что у нас за монетка-то? Так, черканул что ли? Я или плугом, не знаю. Что она какая-то лысая копеечка. Странно. Вроде это копейка. Не пойму, почему она такая лысая. Жесть. Прям гладкая. Вроде ничего не просматривается. Непонятно. Вроде копейка СССР. Но зачем-то ее сточили или еще что-то. Вообще тонкая почему-то. Вроде СССР. Ладно, тоже находка. Понятная, правда. Ладно, пойду потихонечку. Недалеко от лысой монеты, где нашел около муравьева. Вот тут вот ямочка. И вот тут вот вылетела еще монетка. Хоть получается та лысая вообще СССРка походу. И тут, наверное, белончик какой-то, наверное, СССРовский. Сейчас вместе посмотрим. А, да, СССРовский вон проглядывается среди земли СССР. Вот. Почему та лысая такая была, непонятно. Ничего не рассмотришь. Ну, приятный сохран, смотрю, в этой. Даже царапин не наблюдаю. Тут, конечно, грязь. Но когда буду обзор снимать, покажу уже во всей красе. А то надо идти одеваться. Эта монета под самый конец выпала, к удивлению. А так, сегодня с серебром. Наконец-то, а то что-то в последнее время не идет дело на серебро. Пилончик такой приятненький выпал. Закончил, в общем, коп сегодня. Итог копа. Часть ложки вот такая сломанная или вилки, непонятно. Это вообще непонятно. Куда-то что-то вкручивалось, что-то так выглядит. Ну, в общем, кто знает, подскажет, что это такое. Это у нас две конинки. Одна маленькая, другая побольше. Одна толще, одна тонкая вообще. Так, это какой-то гвоздик, наверное, мебельный. Наверное, какой-нибудь картинный. Не знаю, для чего использовался. Вот такой. Кто знает, тот подскажет. Очень признателен. Это часть ложечки медной. То, что от нее осталось. Это, наверное, все-таки часть пуговиц или какого-то украшения, непонятно. Это вот СССРовская пуговица, походу, алюминиевая. Это у нас крышечка, фабрика Диафильм. Пленку хранили. Это крышка такого контейнера алюминиевого. Это часть от губной гармошки. Это вот тоже непонятно, что это такое было. Что-то когда-то было. Так, пуговица СССРовская со звездой. В центре там герб. Сзади тут ничего не видно. Чистил, не помогло. Это у нас 2 копейки 1880 года. Сзади убитые, да и спереди них нехорошенькая. Это вот
копейка Николая II. Ой, точнее, не копейка, а 1/2 копейки. Это 1/2 копейки. 1897, что ли, вроде. Вот. Сзади вот хороший герб. Спереди, конечно, чуть-чуть. Вот семерка вроде. Плохо видно. Я думаю, будет нормально. Это у нас 15 копеек 1948 года. Это получается рамочник. Вот такая монетка СССРовская. Это вот копейка была. Ну, ее зачем-то стерли. Хлам. Это 2 копейки 1936 СССР. Вот такая. Это 2 копейки 1936 тоже. Вторая, оказывается. Получается, вот они. 1936 года. 5 копеек 1928 года. Задел лопатой нехило. Ну что ж. Ну вот и 20 копеек. 20 копеек 1925 года. Оказывается, что завалились монеты и пуговицы. То я думаю, где они? Думал, уже потерял где-то. Где-нибудь на поле. Оказывается, завалились за сумку. Вот эта пуговица СТД с клеймом. Как видите, непонятно, от чего она. Так, и монеточка 1 копейка 1927 года. Не, жаль, что не 2 копейки 1927. Ну ладно, дедушке Хабару закажем 2 копейки 1927 года. Может, повезет. Ну, ничего, такая. Вообще хорошенькая. В общем, сегодня вот так покопал. Неплохо даже, можно сказать. Вот. Ну и забыл про кирку. Сегодня нашел вот такую немецкую. Сегодня. Уже получается за сезон вторая кирка. То вообще никогда не попадались, то вот... Прям пошли одна за второй. Ну вот, буду ждать сейчас транспорт. И потом, как говорится, будем до города добираться. Там мы сейчас в другом районе находимся. Вот хорошо, какие просторы. Все косят, все убирают. Хорошая местность. Всем пока. До следующего видео. Не забываем ставить лайки и подписываться.